чем заключается наша студенческая хитрость? Если у вас осталось немного борща в котле, можно взять каких-нибудь мучных макаронных изделий и отварить в них. В данном случае это лапша безбармачная. Ну, конечно, это не безбармак. И не безбармак. Ну, как он, безбармак? Ну, это не он, короче. Сейчас скажете, ну, ты извращуга. Ну, почему же? Месье, конечно, знает толк в извращениях, но... Может быть, выглядит и необычно, согласен. Но, поверьте, мне будет очень вкусно. А борщичок-то ничего так, да? Со всеми делами, с кренделями там. Где тут у меня эта цибуля? О, чесночок, какой цибуля, елки-моталки. Все, поперебрал. А тут это самое... Хрень какая-то, да, наверное, скажете? Ну, не знаю, посмотрим. Время как бы еще есть на подготовку.